такой матч уже проходит не первый раз. Мы в том году проводили подобный матч. Идея матча, ну, у болельщиков, скорее всего, она возникла, потому что многие болельщики активно сейчас ходят на матчи молодежного состава. И нашли общий язык с администрацией молодежного состава и решили провести такой матч. Мы очень рады против таких ребят играть, то, что они профессионалы, хорошо относятся к своей работе, скажем так, и то, что уделили нам время и сыграли с нами.